До 3 миллиардов тенге могут получить сельхозтоваропроизводители страны на развитие своего бизнеса. Льготный кредит аграриям и животноводам предоставит государство. Напомним, увеличить объемы государственных гарантий и поддержать агропромышленный комплекс поручил президент. Главное, чтобы у предпринимателей были в порядке документы, говорят в Фонде финансовой поддержки сельского хозяйства. Обеспечить гарантиями сельхозтоваропроизводителей государство решило не просто так. Зачастую у сельчан не хватает залога, чтобы получить кредит на развитие бизнеса. Банки второго уровня финансируют их неохотно. За прошлый год общая сумма займов не превысила и 90 миллиардов тенге. Для сравнения, 6 лет назад цифра была в разы больше, свыше 430 миллиардов. В этом году помогать залогом начали с сентября. Основным критерием для получения гарантирования является, что сумма кредита не должна превышать 3 миллиарда тенге, срок кредита не должен превышать 10 лет, а также ставка вознаграждения не должна превышать 17% годовых. Гарантирование предоставляется до 50% по всем направлениям агропромышленного комплекса, а также до 85% по приоритетным инвестиционным направлениям. В Макатском районе Атравской области остались незавершенными сразу два проекта общей стоимостью 135 миллионов тенге. Зону отдыха для местных жителей в райцентре так и не достроили. Недобросовестный подрядчик не выполнил условия договора. В настоящее время руководителя компании разыскивают судебные приставы. Еще 3 года назад в самом центре села Макат должны были построить центральную площадь и аллею Балашак. Однако масштабный проект с детской площадкой, фонтанами, газоном и новыми тротуарами так и не были реализованы до конца. Подрядчик из Тараза, потратив основную часть денег, подался в бега. Работы приостановили, место стройки забросили. На строительство 2 зон отдыха было выделено 135 миллионов тенге. Только на строительство аллеи Булашак из местного бюджета направили 54 миллиона тенге. Подрядчик же заверил местный акимат, что уже освоил 48 миллионов и скрылся. За эти 3 с лишним года все, что было построено, разрушили вандалы, а сама стройплощадка заброшена. По инициативе районной прокуратуры дело о недобросовестном подрядчике направят на внутренний аудит. После проверки станет ясно, через какое время объект будет завершен, когда его сдадут в эксплуатацию. Руководство подрядной организации не поднимает трубки. Мы уже направили им письмо, но ответа так и не последовало. Судебные приставы также не могут найти строителей. Этот вопрос мы поднимали на уровне всего депутатского корпуса, обращались и в надзорные органы. Но, как вы видите сами, дело не сдвинулось с мертвой точки. В 2017 году мы встретились с руководителем этой подрядной организации и обсудили ход строительства. Тогда они дали свое обещание перед народом, что доведут проекты до конца. Жители Бишкека остались без света на несколько часов. На центральной ТЭЦ в столице Кыргызстана произошел сбой. В то же время теплоэлектроцентраль окутала дымом. Пугающие кадры быстро разлетелись под соцсетям. Жители предположили, что случился пожар. В национальном энергетическом холдинге объяснили, замкнула кабельную линию, которая питает ТЭЦ. После сработала система защиты оборудования, поэтому произошел выброс лишнего напряжения. Из-за этого и было столько пара. Из-за сбоя на ТЭЦ без напряжения остались по станции Бишкек. В городе около 2 часов не работали светофоры. На самых оживленных перекрестках движение регулировали патрули. Исполняющий обязанности мэра сделал публичное обращение на своей страничке в соцсетях. Он пообещал, что оставшиеся неполадки устранят в ближайшее время. Теперь предстоит установить причину замыкания. Все детали аварии будут выяснять специально созданная комиссия. Такое заявление уже сделали в Нацэнергохолдинге страны. Выброс пара происходит, потому что срабатывают предохранительные клапана. Турбины остановились простым языком, повысилось давление в котле, сработало. Это как раньше, помните, скороварки были. То же самое срабатывает защита и выброс пара идет, шум по городу. В течение часа все это будет восстановлено, то есть за это переживать не надо. Станция практически работает в стабильном режиме на данный момент, поэтому все нормально. В Петропавловске-Камчатском начала работу городская программа по утилизации автомобильных шин. Приемный пункт по утилизации автомобильных шин не справляется с нагрузкой. Едва губернатор объявил, что одну покрышку будут платить 100 рублей, из гаражей, свалок и оврагов Петропавловска стали исчезать годами лежавшие ненужные шины. Ставшие в одночасье таким актуальным товаром, покрышки принимают вместе с паспортом. Записывают фамилию, ведь один человек в день может сдать не более 40 штук. Очередь в единственный приемный пункт занимают за несколько
несколько дней. На перерабатывающем заводе разводят руками, мол, не справляются. Мощностей не хватает. За сутки там готовы принять только 10 тонн резины, а на приемке скопилось в два раза больше. Опыт Петропавловска единственный в своем городе. Везде за утилизацию автомобильных шин надо платить, а тут наоборот. Поэтому местные жители практически очистили город от хлама. Все переработанные покрышки идут на производство резиновой крошки. В конце заводского цикла когда-то бесхозная резина становится мягким и удобным покрытием на детских площадках. Сезон продлится до конца ноября, то есть как раз до смены сезона основной массой автомобилистов. Мы призываем не выбрасывать покрышки, их можно будет сдать. Кто не успеет сдать в этом году, покрышки можно будет сдать в следующем году, потому что программа долгосрочная. С 1 ноября поменялись тарифы на телефоны и звонки между Беларусью и Россией. О полной отмене роуминга говорить пока рано, но стоимость минуты разговора значительно снизилась. Минута связи между странами стоит 1,5 цента. Раньше цена была в 20 раз выше. Сейчас идет пробный для мобильных операторов период. Он продлится 2 месяца, после чего тарифы станут постоянными. Также правительства двух стран ведут переговоры о полной отмене роуминга. Но сторонам предстоит решить вопрос о компенсации издержек мобильным компаниям. Тему отмены роуминга между странами обсуждают около 3 лет. Впервые ее поднял президент России Владимир Путин на заседании Высшего Госсовета Союзного государства в 2017 году. Глава Беларуси Александр Лукашенко поддержал предложение. Также стоит вопрос о снижении тарифов в странах-участницах Евразийского экономического союза. Стоимость звонков будет падать в течение 5 лет. Стоимость СМС и интернет-трафика в роуминге между двумя странами пока останется без изменений. Крупнейшая экономика мира переживает самый сильный спад со времен Великой депрессии. Всему виной пандемии коронавируса нового типа, которая заморозила всю активность, сильно сократила потребительские расходы, а также повлияла на выборы президента Соединенных Штатов Америки. Небывалый кризис системы здравоохранения нанес тяжелейший удар по американской экономике. Это две проблемы, которые больше всего волнуют избирателей. Согласно последним опросам исследовательского центра, больше всего американцев, а это 79%, опрошенных переживают за судьбу экономики. На втором месте здравоохранение, которое беспокоит 68% опрошенных. В сентябре всего за несколько недель до выборов общее количество безработных в США составило 12,5 миллионов человек. Кандидаты на пост президента не могли оставить без внимания тревогу избирателей за свое будущее. Опросы Гарвардского университета показывают, что 46% американцев испытывают серьезные финансовые трудности. 33% утверждают, что их сбережения подходят к концу. У почти 20% опрошенных сложности с оплатой аренды жилья. Мировая экономика начнет восстанавливаться быстрее только после окончания пандемии, когда вирус будет взят под контроль. Проще говоря, это выбор между социалистическим кошмаром и американской мечтой. Под моим руководством к концу года у нас будет безопасная и эффективная вакцина. Мы быстро одолеем китайский вирус, покончим с пандемией, восстановим важнейшие цепи поставок и поднимем нашу экономику на невиданную высоту. Европейский Союз будет финансировать транспортировку пациентов в разные страны блока. Так он хочет помочь больницам избежать коллапса из-за слишком большого наплыва заболевших COVID-19 на фоне второй волны пандемии. В целом на трансфер выделят 220 миллионов евро. Решение приняли во время видеоконференции европейских лидеров, которые собрались, чтобы обсудить кризис. Число заболевших в Европе уже превысило 10 миллионов человек. Это снова сделало регион эпицентром пандемии. На конференции лидеры договорились лучше координировать усилия в противостоянии коронавирусу. Так страны хотят избежать хаоса, который воцарился в первые месяцы эпидемии. Тогда правительства конкурировали друг с другом в приобретении необходимого медицинского оборудования. Участники встречи также обсудили принцип распределения будущих вакцин от COVID-19. При этом некоторые страны ставят своей задачей вакцинировать все население. Однако, как считает Еврокомиссия, получить 450 миллионов доз для всех жителей Евросоюза удастся не ранее 2022 года. Число случаев COVID-19 растет, число госпитализаций растет, число смертей тоже растет. Но, к счастью, не так быстро, поскольку сегодня мы уже понимаем, как лечить пациентов с коронавирусом и как действовать в случае болезни. Однако, если не начать действовать немедленно, распространение вируса парализует наши системы здравоохранения.